Фальшивые деньги побывали в руках у каждого, только не все об этом узнали, говорят эксперты-криминалисты. За 3 месяца этого года в Самаре было больше 300 попыток сбыть ненастоящие деньги. Чаще всего подделывают 5-тысячные, они меньше бывают в ежедневном обороте. На втором месте купюры в 1000 рублей. Если кажется, что купюра фальшивая, первое, что нужно сделать, обратить внимание на качество изображения. У подделки оно низкое, картинка смазанная или мутная. Затем нужно посмотреть на просвет. Водяной знак должен быть четкий и двухтоновый. И обязательно должна быть вот такая фольгированная полоска внутри купюры. Ну а еще, говорят, подделки определяют по хрусту, но для этого нужно иметь музыкальный слух. Качество подделок растет, признают эксперты, но есть признаки, которые фальшивомонетчикам пока не удалось освоить. Есть такая вот виньетка, мы начинаем ее смотреть в косопадающих лучах, вот там появляются две буквы «Р» – российский рубль. На фальшивых денежных купюрах такого нету кип-эффекта. И вот такая также есть виньетка овальной формы. Когда мы начинаем ее смотреть на просвет, там начинают бегать линии. Если к вам, грубо говоря, попал поддельный денежный купюр, то необходимо сразу обратиться к сотрудникам полиции либо в банковское учреждение, ну, если вы сомневаетесь ее в подлинности, чтобы вас банковские сотрудники отдали на экспертизу, проверили, является она подлинной либо нет. Сомнительные купюры отправляют на проверку в экспертно-криминалистический центр. Деньги приходят у нас часто. Проверяется сначала визуально, то есть на ощупь проверяется, на ощупь смотрится цвет передача, способ изготовления визуально. На помощь человеческому глазу приходит спецтехника – автоматические детекторы с интеллектуальным антистокс-контролем. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи высвечивают подделку мгновенно. Подобными приборами оборудованы все крупные торговые сети. Специалисты советуют, при получении фальшивки не стоит избавляться от нее на рынке или в ларьке, иначе из пострадавших человек переходит в разряд соучастников. Наказание за это преступление – до 15 лет лишения свободы. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.